Мягкая накладка на сиденье плюс вместительная сумка. Отличное решение для любой надувной лодки. Поставляет этот товар российская компания River Boats. Производство находится в Санкт-Петербурге. Накладка мягкая, ее толщина 5 см. Изделие выполнено из ПВХ-материала, а значит не пропускает и не впитывает воду. Это очень важно для лодочных аксессуаров. Для крепления насадки используются два ремня из ПВХ с трехщелевой пряжкой. Материал выбран удачно, затягивается туго, пряжка держит отлично. Запас длины ремешка большой, при желании лишнее можно отрезать, чтобы не мешалось. Накладка на сиденье — это, конечно же, не все. Здесь у нас комбо, два в одном, накладка плюс сумка. У сумки два отсека закрываются на молнии. Над каждой молнией предусмотрен водозащитный козырек, все как и должно быть у сумки для лодки. С одной стороны у нас большой отсек, внутри переборок нет, но при желании можно разместить вкладыш-органайзер из какого-нибудь Leroy Merlin. Это вообще не проблема. С другой стороны плоский карман, подойдет для гаджетов, документов, всякой мелочевки, которую тоже надо куда-то размещать. Карман не глубокий, но вполне полезный. Сумка с ручками, а как же без этого? С такой запросто можно за покупками в спортзал или бассейн. Вполне себе функционально и полностью герметично. Заглянем под чехол накладки. Внутри находятся два листа вспененного полимера. Он мягкий и в то же время достаточно тугой. Как раз то, что нужно под пятую точку. Плюс прекрасная теплоизоляция. Единственный минус накладок из ПВХ — то, что они скользкие. Попа может елозить, особенно если штаны из синтетики. Но в остальном только плюсы. И, конечно, главное то, что изделие никогда не будет мокрым. Тряпкой смахнули брызги или росу и в путь. Размеры накладок и сумок разные, и если накладка чуть больше, чем баночка, это не беда. Измерьте ширину ваших сидений и подберите под них нужную. Ссылку на раздел мы оставим в описании. Постарайтесь не складывать в сумку якоря и прочие тяжелые предметы. На ходу они будут раскачивать сумку, и донышко будет елозить по палубе лодки. В конце концов, можно протереть его до дыр. В остальном это прекрасный и полезный аксессуар. Достаточно один раз сходить с такой сумкой на рыбалку или в поход, и она пропишется в лодке надолго. Спасибо за просмотр, удачи на воде!